Многие спрашивают, что такое консультация. Вот что входит в консультацию, когда человек приходит всего лишь на час, и возможно ли за час и решить ситуацию, и может быть даже не одну. Я сейчас все нарисую, чтобы было понятно, что входит в консультацию. Первое, делается диагностика. Второе, делается анализ ситуации. И третье, решение находится. Что такое диагностика? То есть рисуется сначала человек, который пришел, то есть заказчик. Смотрится, в каком состоянии его поля. Поля могут валяться, поля могут быть закручены, зажаты. То есть это все будет видно, когда человек приходит. Какая должна быть норма? Норма у человека – это поток, который равномерно движется. То есть, если представим форму яблока, то в принципе и все вот апельсины, яблоки, груши, в принципе, у них все, все поля движутся, поэтому они по этой форме даже создают форму. Также и у человека все должно, вот эти вот электромагнитные поля, все поля, которые есть, они вращаются через, через круговорот Вселенной. Да? И мы думаем, что вот если тут вот Солнце, а тут вот Земля, и тут вот стоит человечек, то вот такие объемы у человека. То есть и он также имеет такое поле. В основном у нас тут зажато, лист смят, как мы говорили. То есть искажения по-любому есть. И человек всегда с чем-то приходит. Да? Он приходит с какой-то ситуацией. В ситуации может быть один человек, в ситуации может быть два человека, в ситуации может быть группа людей. И исходя из этого смотрится вся ситуация. Куда уходят, да, вектора других людей в этой ситуации. Ситуация может быть отсутствие денег, ситуация может быть кредитов, ситуация разрушения в семье отношений, ситуация может быть какой-то неразберихи, ситуация может быть болезни. То есть любая ситуация может быть. И в этом смотрится, смотрится взаимодействие. Взаимодействие всех участвующих процессе. Когда мы видим всю эту картинку, тогда понятно, что откуда взялось. Но смысл не в том, чтобы сказать, что кто-то виноват, кто-то что-то сделал не так. Смысл увидеть, что я сделал так или не так. Вот это важно, что я сам сделал. И вот от этого я мы исходим. Если я поступаю вот так, то ситуация становится правильной. То есть что? На следующий день приходит экзамен к человеку обязательно. И участники ситуации создают такое поле, в котором происходит экзамен. Тут вы плюс вот эти все элементы уже находитесь в другом состоянии. То есть мы проводим работу, чтобы восстановилось и получилось вот это состояние нормы. И когда вы выходите из ситуации правильно, и вот это решение, про которое мы говорили, да, то есть или даже варианты решения, может быть, то есть вы применили одно решение и вышли правильно. Бывает, что вы применили второе решение, и, например, оно было с отклонением, значит, здесь вы должны будете принять то решение, от которого вы, например, отказались, потому что были не готовы, и тогда поток будет. То есть, может быть, в один этап вы не сможете выйти, вы выйдете в два этапа. То есть по-разному складывается ситуация, и бывает очень запутанная ситуация, в которой мы пишем: первое, вы должны сделать то-то, второе, вы должны сделать то-то, третье, вы должны сделать то-то. Обязательно ведется с нами переписка по скайпу или по почте, где человек объясняет. То есть вот это произошло, он говорит: все, у меня получилось, ура. То есть я правильно? Да, все правильно. Он говорит: а у меня вот тут не получилось. Что вы сделали? Он говорит: а я не сделал вот то, что мы с вами договорились. Он говорит: я не сделал. Ну, соответственно, ты делаешь. И пока человек не делает вот этот первый этап, не может получиться второй этап, например, восстановления. И если там решалось все в три этапа, и ситуация была глубокая, запутанная. Бывает, например, если приходит с бизнеса, там за один раз не выходит, но уже начинается строиться путь. Поэтому мы прописываем эти все этапы и всегда остаемся на связи, пока ситуация решается.
Хочу сказать, что консультация – это полноценная работа. То есть мы приводим в норму человека, мы смотрим на ситуацию с разных сторон, чтобы принять правильное решение. Он получает план выхода, и вместе с нами, да, в сопровождении, он выходит. Мало того, за один час бывает можно решить даже не одну ситуацию, а несколько, даже в нескольких сферах жизни. И иногда бывает, человек приходит с ситуацией из этой сферы жизни, а источник лежит в другой сфере жизни. Поэтому на консультации все находится, именно находится вот тот источник, от которого, как выражается, идут проблемы. На самом деле, как мы уже знаем, из проблемы мы заменяем ситуацию, и ситуация сразу же как задача дает дано, потом дает неизвестное и дает решение. Вот именно это решение остается в ваших руках для того, чтобы ваша жизнь становилось лучше, прекрасней, и вы достигали своих поставленных целей. Примени формулы успеха, восстанови свою силу, стань счастливым. Тренинги психологов Оксаны и Сантоши Тумадин основаны на точных законах физики и математики, и поэтому эффективны и доступны.